Всем привет, друзья! Вы на каналах для Super DZ на TSX Games или Super DZ FIFA. И мы продолжаем карьеру за Атлетико Мадрид в игре FIFA 21. Вы все прекрасно помните из предыдущего выпуска, как мы обыграли Шенден и Люнь со счетом 4-2. А нас с вами ждет матч с Манчестер Сити. Но перед этим сделаем небольшой трансфер. Вот кого мы выберем, сейчас вы узнаете прямо сейчас. Многие из вас просили посмотреть Эрлинга Брута Холланда. Но, к сожалению, увы, этот игрок не продается. В команде недостаточно игроков на этой позиции. Но давайте сменим тему. Мы можем купить Мусу Дембеле для усиления основы. Вот тут-то за него мы попросим 75 миллионов евро. В итоге подаем предложение, и они, я думаю, согласятся. Да, Олимпик Лион согласилась на продажу Мусу Дембеле, и мы готовы подписать с ним первый контракт. До начала матча с Манчестер Сити. Начинаем переговоры и поехали. Конечно же, его роль в составе будет ротационный игрок. Длительность контракта 5 лет и зарплата 47500. Выходы на поле 15 выходов на поле, 740 тысяч евро. Ну что же, Муса Дембеле, добро пожаловать в Атлетико Мадрид. К сожалению, Эрлинга Брута Халанда, которого вы просили, мы не успели купить, поскольку там недостаточно игроков на этой позиции. Ну а самое время нам произвести замену по позиции форварда. То есть он будет рядом с Луисом Суаресом играть. Ближе к левому краю атакующей зоны. Итак, мы готовы играть, и мы начинаем с составов команд. Начнем с гостей. Атлетико Мадрид. Облак в воротах у Атлетико. Филиппе Савич, Лоди, Трипьер, защитники. Саут, Коки, Корея, Караско. Четверка полузащитников и двое нападающих. Дембеле и Суарес. Схема 4-4-2 в линию. Вот такая схема у Манчестер Сити. 4-3-3 удержания. Эдерсон в воротах у Манчестер Сити. Фернандиньо, Стоунс, Канцело, Зинченко, защитники. Деж, Дебрюйне, Смит. Три полузащитника, три нападающих, Стерлинг, Агуэро и Силва. Наше внимание сегодня сфокусировано на одном игроке. Об этом трансфере много говорили, писали. И вот, наконец, сегодня мы увидим новое приобретение команды в деле. Смотрим игру через несколько минут. И вновь говорим... Итак, Манчестер Сити, Атлетико Мадрид. Второй матч группового этапа предсезонного турнира. Нас сегодня устраивает при определенных вариантах победа, либо ничья, либо поражение. Но мы в итоге, если мы проиграем, но все равно догоним по очкам Интер Манчестер Сити. Но все-таки надо следить за консенсусом этих ситуаций. Дембеле, новичок сегодняшней команды Атлетико Мадрид, впервые выходит на поле с первых минут. Гайван Сун, арбитр встречи, и, соответственно, игра стартовала. Итак, первые 5 минут остались позади, и первый угловой в сегодняшнем матче будет подавать Манчестер Сити. Между прочим, это будет первый опасный момент у ворот Яна Облака. И подавать его будут на пару Бернардо Силва и Рахим Стерлинг. Стерлинг с мячом. Настиг его в итоге Луис Суарес. Савич пытается противопоставить. Дебрюйне падает, и нарушение правила. Это означает, что будет пенальти, и Луис Суарес должен получить предупреждение. Но, увы, Хайван Суй карточку не показал, считая, что пожалел в итоге на этом моменте. И вот Денджел Полк и Пеп Гвардиола словно обменялись взглядами на сегодня в этом матче. Серхио Агуэро будет исполнять 11-метровый удар. Агуэро. Хороший сейф Облака. Вот это спасение, между прочим. Ну и Дембеле будет в первых минут сейчас наверняка отдавать передачу. Удар хороший, но удар в руки Эдерсона. А вот сейчас отвечает Атлетико Мадрид своим же угловым. Это Кейран Трипьер будет подавать сейчас на Филиппе передачу. Удар хороший. И Эдерсон снова в порядке. Надо сказать, что если мы сегодня выиграем, мы получаем плюс к 3 очкам, еще 3 очка. И того у нас будет 6. Смит, 45 номер, молодое дарование Манчестер Сити, идет вперед. Отдает Дебрюйне. Снова Смит. Ждет передача Агуэро и пытается, собственно говоря, Агуэро укрыть мяч. А Сауль в итоге решил похулиганить. А вот Луис Суарес бежит, а Стоунс пытается ему противопоставить. Но в итоге Стоунс не противопоставил Луису Суаресу. Удар Суареса неточный. И Дембеле на добивание оказался. И вот он гол. Атлетико Мадрид пока что выходит вперед. Муса Дембеле выводит свою команду вперед.
1-0. И сейчас мы увидим инстант реплей этого момента. Вот как радуется гостевая трибуна Атлетико. Давайте различать гостевую трибуну и домашнюю трибуну по количеству баннеров, которые сейчас мы должны видеть. Тут, где оказался Муса Дембеле на добивании, игрок Олимпика Лиона в реальности. И вот что из этого получилось, я думаю, вы сами видели. 25 минут матча позади, и пока что идет такое прощупывание поля у Манчестер Сити, но сейчас Дембеле может постараться. Нет, в итоге пас не удался. Смит, Агуэро. Обратно на Диаша. И Соль выцарапал мяч. Диаша, Суарес бежит вперед. И нужен точный удар. Даже парашютиком можно это сделать. И счет становится 2-0. На гол Дембеле. Наигрывает гол Луис Суарес. И вот вы видите вот такое празднование, которое обычно делает Криштиану Роналду. Но вот Луис Суарес его потроллил немножечко. Немножечко, но все-таки попраздновал. И вы видите бурнейшую радость болельщиков Атлетико. И мы сейчас увидим инстант реплей этого момента. Выцарапал мяч Сауль у Диаша. Дал пас на Луиса Суареса. Тот парашютиком попал в ворота. И Эдерсон ничего не смог поделать. Ничего не смог поделать Эдерсон. И все-таки счет становится 2-0. И Дэнджел Полк гонит свою команду вперед доходчивыми жестами. Луис Суарес. У него 4 мяча в предсезонном турнире, надо сказать. Вот первый на счету у Мусы Дембеле. До перерыва остается меньше 11 минут. И разыгрывает комбинацию сейчас Манчестер Сити. Диаш. Накуна Агуэро. Серхио Агуэро с мячом. Диаш. Удар. И в руки Облаку прилетает мяч. Надо сосредоточиться Яну Облаку, чтобы дать пас на Савича. Да, Савич в ноги взял мяч. Корея. Анхель Корея с мячом. Там же Луис Суарес. Фернандини пытается ему противопоставить защите. Но параллельным курсом там двигаются и Дембеле, и Филиппе, похоже. И Коти. Коти. Гол! 3-0. И, судя по всему, игра сделана. Неизвестно, чем ответит Манчестер Сити на 3 гола Атлетико Мадрид. Но посмотрите, какой гол забивает головой Коти после навеса Суареса. А Эдерсон даже не смотрел на мяч. Не смотрел. Он тупо, как мы скажем, сейвил и увлекся в несколько другой угол. А вот, собственно говоря, и Пеп Гвардиола, который негодует после этого гола Коти. И старательно подсказывает своим защитникам. Коти. Его гол стал вторым в предсезонном турнире, и надо наверстывать. До перерыва на 15 минут остается всего ничего. И подавать угловой будет Бернарду Силва сейчас. И подзывает своего игрока Рахима Стерлинга для того, чтобы произвести комбинацию. 2 минуты до перерыва. Плюс то, что добавит Хайван Суй. Еще один момент. Диаш. Стоунс, Диаш. Фернандиньо. Удар в своего попадает. 2 минуты добавлены судьей. Стоунс. Дебрюйне. Идет передача Смит. Смит удар. Сейв Облака. Но он тут же теряет концентрацию при втором же сейве. 3-1. Манчестер Сити в первом тайме играл на гол престижа. Неизвестно, сделает ли камбэк Манчестер Сити. Смит забивает Манчестер Сити. И посмотрите, как радуются домашние трибуны. Ведь все-таки это нейтральное поле, надо сказать. И вы видите прекрасно этот момент этого гола. Угловой, правда, закончился ничем для Манчестер Сити. Но в итоге потеря концентрации вратаря привела к тому, что все-таки Смит нашел свой звездный час. Мэтью Смит. И его первый гол стал выдающимся. Уже больше 3 минут отыграли из 2 компенсированных судьей. И в итоге на этом заканчивается пертайм со счетом 3-1. В пользу Атлетико Мадрид. Почему говорю в пользу Атлетико Мадрид? Потому что камбэк еще может сделать Манчестер Сити. На ваших экранах Муса Дембеле. 2 попытки, 1 забитый мяч. Также по одному у Суареса и у Коке. Единственный мяч у Манчестер Сити забил Мэтью Смит. Ну что ж, команда уходит на 15-минутный перерыв, а нам самое время посмотреть общие сведения, которые вас немножко удивят. Но перед этим в параллельный матч Интер Шенель 2-0, Кваса Кифандали ПСЖ 1-1 и Гуанчжоу Бавария 0-0. Ну что ж, вот она статистика.
1-3 по голам, 5-8 по ударам, 3-7 створ, 75 на 25 владения мячом, явно хуже проценту Атлетико, самый худший показатель за всю историю предсезонного турнира. 4-4 по отбору мяча, одно нарушение его схлопотал Суарес. Ни одной желтой красной карточки не показано, ни одной травмы, один офсайд был у Манчестер Сити, в итоге мы его вам не показали. 2-1 по угловым, точность удара больше всех у Атлетико, это не самая актуальная информация, так же как и точность пасов у Манчестер Сити, 85% на 87% по точности ударов у Атлетико Мадрид. Мы продолжаем игру, начинает второй тайм Атлетико Мадрид. Что из этого извлекут подопечные Данжело Полка, сейчас мы все это узнаем. Агуэро передает пас на Рахима Стерлинга, такой навесом в разрез дает Агуэро пас на Стерлинга. Трипьер пытается ему противопоставить, и удачно. И первую голову во втором тайме зарабатывает Манчестер Сити. Что из этого извлекут футболисты Манчестер Сити, давайте мы сейчас узнаем. И Рахим Стерлинг подзывает Бернардо Силу, чтобы тот либо дал передачу, либо просто дал навес кому-нибудь. Итак, Бернардо Силва. 22 номер Манчестер Сити готовится подавать угловой и подзывает своего напарника по команде Рахима Стерлинга. Стерлинг. Удар с лету неточный. Ой-ой-ой, не допустить бы ошибку. И Атлетико допускает ошибку. И Серхио Кун Агуэро, десятка у Манчестер Сити, забивает первым. Но правда это второй гол, надо сказать. 3-2. Неужели мы увидим камбэк от Манчестер Сити? Вот это хороший вопрос. Как поразил цель Серхио Кун Агуэро. И надо сказать, что Кун Агуэро не промахнулся. Что уж точно мы за облако претензий не снимаем. Серхио Агуэро. Первый гол в предсезонном турнире. Леказет переезжает из Арсенала. Вот это интересно. Но мы вернемся на поле, потому что Бернардо Силва сейчас идет по правому флангу. Жена Жоао Канселу отдает передачу. Лоди пытается ему противопоставить. Правильным курсом движется Кевин Де Бруйне. А это Смит. Смит дает пас. Не очень уверенный пас. И Смит тут же выцарапал мяч. Де Бруйне к стоящему мячу. И 3-3. И мы увидим решающие минуты этого матча. Кевин Де Бруйне 3-3. Манчестер Сити, Атлетико Мадрид. Ничья на табло. А мы еще раз смотрим повтор этого забитого мяча Кевина Де Бруйне. Вот по стоящему мячу пробил. Вот смотрите, встал мяч. Словно не коснувшись никого. И в левый угол ворот. Ну уж точно мы за облако претензий не можем снять. Потому что он допускает какие-то ошибки. Кевин Де Бруйне. Третий гол в предсезонном турнире, что выводит его практически на второе-третье место по количеству забитых мячей. Итак, давайте посмотрим заключительные решающие 10 минут матча Манчестер Сити Атлетико Мадрид. Габриэль Жезус отдает Рахиму Стерлингу. Параллельным курсом мчится Кевин Де Брюйне. И тут же получает пас. Хименес пытается ему противопоставить, но в итоге не решается Кевин Де Брюйне на удар. Решил навесить удар с лету. И облак. Словно менялся взглядами Пеп Гвардиола, пытаясь подсказать своим игрокам, как нужно действовать против защитников Атлетико Мадрида. А вот Томас Партей выходит на замену. И самое главное, не проиграть в оставшиеся, может быть, даже 8 минут. Кевин Де Брюйне будет подавать, а Риад Махрез тем временем вышел на замену. Подача. Неуверенно головой сыграл Махрез. А это Де Брюйне. Следует еще один навес. И, судя по всему, Лоди пытался выбить мяч куда подальше. А мы еще раз смотрим моменты Шеем Версальку. Вместо Кейрана Трипьера надо освежать защиту, по крайней мере. Но не это ли будет лицемерием по отношению к игре защитников? Итак, Трипьер уходит с поля. Осталось до окончания матча порядка 6 минут. Плюс то, что добавит и приплюсует арбитр Хайван Суй. Суарес ошибается, Минди. Минди идет вперед. И где же пас на Стерлинга? Филиппе пытается укрыть Стерлинга, но в итоге что мы видим? А мы видим то, что мяч улетает за пределы поля и будет удар от ворот.
Снова обменивался взглядами Пеп Гвардиола, смотря на запасных. А тем временем готовится еще одна замена Макси Лоренте. Маркос Лоренте, простите. Маркос Лоренте готовится выйти на замену, но замену, к сожалению, отменяем. Потому что и так достаточно полузащитников на этой позиции, на некоторых позициях. Облак. И опять же вперед на Суареса. Диеш пытается ему противопоставить. Не очень уверенный пас. Родри. Стерлинг. Но Барсалько хорош, но ошибается одновременно. Партей. Суарес. Убежал Суарес от Фернандини, от капитана. Дембеле. Удар. Не получил мяч Дембеле. И Эдерсон будет давать наперечь вперед на Стерлинга. Правой части, точнее левой части, на левой части поля. И нарушение правил. И это свисток. Не в пользу Атлетико. И сейчас 4 минуты добавил Хайвансу на последнюю атаку Манчестер Сити. А может быть и Атлетико Мадрид, если тебе сравняют счет. Еще один свисток должен быть, правда, с этим не согласится Атлетико Мадрид, можно их понять. Лоди. Дембеле. Ошибается Дембеле. Диаш. Это нервы, это усталость. Стерлинг. Мария Стерлинг. И в этот момент могли бы заплакать все. Потому что счет 4-3. Манчестер Сити вышел вперед в добавленное время. Рахим Стерлинг забивает свой первый гол, возможно. И пришли поздравить Жезус, Мариес, Де Бруйне, Родри и все-все-все. Рахим Стерлинг, игрок сборной Англии. Первый гол в предсезонном турнире. Лоди уходит с поля, вместо него уходит Макси Лоренте. Но все, это конец. Конец, который положил нам третье место в группе. По итогу сегодняшней встречи Томас Партей, капитан команды, которому получили капитанскую повязку, не уверенно смотрит на своих игроков. А вот герой встречи Рахим Стерлинг, который отыграл от звонка до звонка всю игру и стал лучшим игроком сегодняшней встречи. Одна попытка и один забитый мяч. Итак, счет 4-3. Дембеле, Суарес, Коки, Смит, Де Бруйне, Агуэро и Стерлинг. Стерлинг забил на последней 90 минуте, плюс четвертый добавленный. Я буду сдерживаться, по крайней мере, говорить о оценках футболистов, которые появятся на экране. И прямо сейчас они появятся. Итак, рейтинг игроков. По рейтингу мы видим, что Янолов провел великолепный матч, но сначала начнем с победителей. Эдерсон 7,6, Фернандини 7,1, лучше всех провел Кевин Де Брюйн 9,4, 7,0 Джезус, 8,1 Стерлинг, 7,0 Родри, 7,6 Агуэро, 7,3 Смит. Все остальные набрали лишь 6 и меньше зачетных баллов. Проигравшие. Облак 8,5, Терепи 6,8, 6,9 Хименес, Версалько 6,1, 7,3 Сауль, 7,5 Дембеле, 8,8 Суарес, 7,7 Коке. Вот только Трипьер немножко не удивил своих болельщиков. 6,7 его оценка. Лоди 6,1, Савич 6,2. 4 замены воспроизвели, я имею в виду Атлетико. Лучшим игроком матча стал Кевин Де Брюйне, это однозначно. Но все-таки по одному голу забивали, что вполне удивительно. А мы сейчас увидим параллельные матчи, которые прошли параллельно с нашей игрой. Интер Шендельон 3-1, Кавасаки Фронтале ПСЖ 1-2 и Гуанчжоу Бавария 1-0. Ну что ж. Теперь нам самое время посмотреть, что там по Диего Косте, как мы его можем продать. Но сначала мы пропустим тренировки, покажем их в конце нашего видео. Йонас Жагер, работа со сборными. Работа со сборными предстоит немного позднее, а сейчас, поскольку игроки потренировались, Шим Версальку еще одно предложение. Передает Бенфика, а мы Шима Версальку отклоняем его предложение по переходу в Бенфику. Все-таки второй трансфер нам не нужен. Отклоняем предложение. Вот Диего Коста в Бернли отправится. Возвращение в Англию, так называемое. Но не в Челси, правда, но в Бернли. Давайте быстренько взглянем на таблицу. Интер Манчестер Сити по 4 очка, Атлетико Мадрид 3 и Шендельюн 0 очков. Таким образом, следующий матч Атлетико Испания Интер Италия вы увидите на следующей неделе.
в рамках карьеры за Атлетико Мадрид при тренерстве виртуального нашего персонажа, старого знакомого Д'Анджело Полка. А с вами были Super DZ 1996 Games или Super DZ FIFA, пока вы видите кадры с Маркосом Алонсо и Александром Лекасетом в Барселоне. Мы на этом расстаемся с вами, до новых встреч и любите футбол так же, как люблю и я. Пока!